Всем привет! Здравствуйте, меня зовут Наталья Иванова. Я travel-эксперт, основатель и руководитель туристической компании «Семь чудес света». И в этом видео мы с вами поговорим, и я вам расскажу о том, как экономить и как можно зарабатывать на путешествиях. Что сегодня будет в этом видео? В этом видео я вам расскажу про свой опыт, о том, как я стала travel-экспертом и основателем туристической компании. Я вам расскажу о том, как можно экономить на путешествиях, как можно заработать на путешествиях, сколько можно заработать на путешествиях. Расскажу вам о профессии travel-эксперта, расскажу об обучении travel-эксперта, которое у нас есть в компании. Ну и в конце, в самом конце, поговорим о том, как попасть в нашу команду. Перед тем, как продолжить, я хочу задать вам несколько вопросов. Первый вопрос. Любите ли вы путешествовать? Дальше. Нравится ли вам выбирать туры, подбирать отели? Есть ли у вас друзья, которые любят путешествовать? Хотели бы вы научиться экономить на путешествиях и не только экономить, а зарабатывать на путешествиях без всяких вложений? Есть ли у вас где-то примерно 2-3 часа в день времени свободного? Вот если на все эти вопросы, или не на все, но на 80% вы ответили «да», то вы сейчас как раз там, где надо. То есть вы сюда попали не случайно, и добро пожаловать. Дальше я вам расскажу, что с этим можно делать. Ну, перед тем, как рассказывать, давайте я вам немножко расскажу о себе, поделюсь своим опытом, да, чтобы вы понимали вообще, кто я, что я и так далее. Меня зовут Наталья Иванова, я мультипредприниматель, и на данный момент у нас 5 действующих бизнес-проектов. Первый — это туристическая компания, и это самое начало, то есть именно с этого началась моя предпринимательская деятельность. Дальше у нас есть туристическая компания, как я сказала, у нас есть аренда коттеджей, сеть аптек, бренд одежды на Валберес и пункты выдачи ПВЗ Валбереса и Озон. Но туризм был началом, и я ничего не знала про туризм совершенно. У меня не было никакого опыта, у меня, наверное, был только опыт путешествия в Финляндию, Швецию, то есть что было за моими плечами, это, естественно, только опыт путешествия в Финляндию, Швецию в институте на 3 дня, все, больше никакого опыта у меня не было. И я попала туда с нуля. На начальном этапе я была таким, знаете, подмастерье, принеси, подай, отойди в сторону, не мешай. Я бегала курьером, бегала за канцелярией, что-то купить, куда-то отнести визы. То есть, как правило, меня на начальном этапе ни к чему не допускали и вообще мало что рассказывали. То есть менеджеры по туризму в то время неохотно делились информацией. И мне хотелось и приходилось все самой. То есть я прям приставала к менеджерам, говорила, расскажите, а как это, а это почему, а вот здесь как. Они с неохотой со мной общались, но я была просто очень упорная, настырная, да, и добилась своего, скажем так, через буквально 2 недели я уже начала продавать. У меня появился первый турист через 2 недели моей работы. Я, кстати, до сих пор помню, как зовут этого человека и куда он ездил. Вот, это такой был мой первый опыт. Что еще могу сказать, да, что раньше в туризме было достаточно сложно, не так, как сейчас. Все было в офлайне, естественно, офисы были в офлайне, туристы приходили к тебе в офис, мы работали тоже, практически все было на руках, бронирование происходило через факс, получение документов через факс. Люди должны были приехать обязательно к тебе в офис для того, чтобы заключить договор, для того, чтобы получить билеты, отсидеть очередь. И летом, как правило, очередь была постоянная, просто нон-стопом. Мы приходили к 10 утра, и у нас уже около дверей стояли люди. Я приходила, садилась, и первый раз могла встать, пойти попить только часов в 5, потому что люди вот вставали, садился новый, вставали, садился новый. Работать было достаточно сложно.
Очень, ну, такая напряженная работа была. Сейчас все гораздо проще. И пандемия на самом деле очень сильно помогла именно в туристическом бизнесе. У нас до пандемии было 10 офлайн офисов, и за 18 лет у нас большое количество туристов, которым все-таки было сложно работать в онлайне, несмотря на то, что мы их все переключали и старались переключить на онлайн, говорили, давайте оформим все удаленно, у нас есть уже возможности. Люди все-таки как-то не сильно доверяли онлайну, да, вот пересылки денег, документов, еще чего-то. Говорили, нет, мы придем. Все по привычке делалось. И благодаря пандемии люди, во-первых, научились ценить свое время, то есть они поняли, как это удобно и классно, и им пришлось научиться работать в удаленке. Поэтому время пандемии огромное количество туристов и там нашей базы, которая у нас есть, практически все стали ездить удаленно. Мы со всеми практически работаем удаленно. Подбираем варианты, отправляем варианты, пересылаем документы, договора, деньги. То есть все это стало очень-очень просто. Сейчас, ну, работать онлайн-тревел-экспертом стало просто, ну, невероятно просто, не так, как это было раньше. А какой еще есть плюс, и какой плюс еще пандемия нам дала, это меньшее количество стран и направлений, в которые можно поехать. То есть раньше можно было поехать практически куда угодно, и чартерных перелетов было очень-очень много, в том числе и по Европе, да? То есть если взять, допустим, например, Грецию, то там есть материковая часть Греции, есть островная, островов там, ну, не один, там есть Кос, Корфу, Закинф и так далее, да, и на всех этих направлениях нужно было знать, когда летают, какие чартерные программы, на сколько дней, какая там отельная база, то есть все это нужно было знать, а какие визы в Грецию, а какие визы на Кипр, а какие в Испанию, в Италию, Францию, то есть это было, нужно было знать менеджеру огромное количество информации. Сейчас количество направлений сузилось, их стало меньше. В основном это безвизовые страны, и это тоже очень удобно. И при всем при этом средний чек вырос. До пандемии средний чек составлял порядка 100 тысяч рублей, сейчас начинается от 200. А есть и выше, и 300, и 500, и за миллион, и так далее, да? Поэтому средний чек вырос, стало проще работать. И, естественно, эту работу онлайн-тревел-эксперта теперь можно еще и совмещать с какой-либо другой, так как это стало все в онлайне. И есть все сервисы, у нашей компании есть все сервисы, которые позволяют именно работать удаленно. Итак, дальше. Что хочу сказать, да, тут может возникнуть такой вопрос у вас, а где я буду брать клиентов, да, то есть если я не сижу в офисе, и люди, туристы и клиенты не приходят ко мне, то где же мне взять клиентов? На самом деле, ваши первые клиенты, ваши первые туристы, это ваш ближний круг, и мы учим как раз работать, учим правильному общению в соцсетях и в мессенджерах. Мы учим, как выбрать самые лучшие предложения, как организовать лучший сервис с превышением ожиданий. Мы учим делать крутые продающие подборки в онлайне. Учим, как работать удаленно, не имея под рукой там офиса, да, а имея под рукой только телефон. И, как я сказала выше, наши сервисы в компании позволяют это делать, работая там с ноутбуком, либо даже просто с телефоном, сидя на диване или сидя на шезлонге, это еще приятнее, сидя на шезлонге где-нибудь на пляже. Мы даем полный алгоритм работы, да, то есть если говорить про работу, то мы говорим, даем полный алгоритм работы от первичного сообщения туристу до его возвращения из отпуска, то есть полностью пошагово, так, чтобы он стал вашим постоянным клиентом, ну и дальше начал вас рекомендовать. И как я и сказала, ваши первые клиенты – это ваш ближний круг. Кто такой ближний круг или что такое ближний круг? Ближний круг – это ваши родственники, это ваши друзья, это ваши самые близкие друзья, это, возможно, ваши сотрудники в компании и так далее. И у меня было так же. Мои первые клиенты — это были мои друзья. Также на обучении мы научим вас
как экономить, какие есть сезоны низких цен. То есть вы научитесь разбираться в сезонах низких цен, но не просто когда там холодно и туда не стоит ехать, а когда еще очень хорошо можно ехать, и при этом цены очень-очень приемлемые. Мы научим вас, и мы даем понятие о спецпредложениях об отелях, и тоже, когда какие у отелей бывают спецпредложения на скидки для детей и так далее. Вы во всем этом научитесь разбираться и будете знать, где взять эту информацию, и как выгодней для себя и для клиентов подобрать тур. Ну и, естественно, у вас будут цены без накруток. Самое крутое, если вы будете в нашей команде, вы будете путешествовать по ценам турагента. Сейчас хочу задать вопрос. Вот вспомните вашу стоимость ваших путешествий за последний год. Посчитайте. Комиссия турагентства примерно составляет 10%. А теперь посчитайте, сколько вы могли бы сэкономить. Да, здесь, как говорится, если сэкономил, значит заработал. И эти деньги вы могли взять с собой, потратить на путешествие или потратить на что-то другое. Да, то есть это определенный заработок. Экономия — это тире заработок. Кому подойдет профессия онлайн-тревел-эксперта? Во-первых, тем, кто работает в найме и у кого большой коллектив. Ну и у вас есть, допустим, пару часов свободного времени, вы не сильно загружены. То есть весь ваш большой коллектив — это ваши потенциальные клиенты. Поэтому увольняться сразу с работы не нужно. Сначала мы доносим до всех, что вы теперь онлайн-тревел-эксперт и можете помогать в подборе хорошего варианта путешествия, отпуска и так далее. И только потом, если уже понимаете, что не можете совмещать, тогда можно уходить. Подойдет домохозяйкам, да, которым хочется помимо дома заниматься еще чем-то, но не очень хочется менять свой образ жизни. Профессия онлайн-тревел-эксперта позволяет, опять же, не сильно менять свой образ жизни, я бы сказала, вообще не менять свой образ жизни и при этом заниматься интересной работой и еще на этом зарабатывать. Подойдет мамам в декрете, и я как раз первые мысли о том, что я хочу создать туристическую компанию, у меня появились именно в декрете. И именно в декрете я начала шаги для создания туристической компании. То есть это прекрасное время, в котором можно использовать для того, чтобы получить эту профессию онлайн-тревел-эксперта и в ней работать именно с детьми. Мы начинали, когда у меня был один ребенок, Юля, когда родилась. Первый ребенок, да, потом появился второй, потом третий, и это нисколько не мешало мне работать в туризме и совмещать маму, руководителя, путешествовать, развиваться и так далее, да, то есть это очень-очень круто. И еще здесь хочу сказать о том, что в основном мамы в декрете, да, раньше, по крайней мере, так было, когда вот я была в декрете первый раз, уходили в Oriflame, да, в косметику, но здесь минус в том, что косметику нужно было покупать самостоятельно и потом уже на своей косметике предлагать кому-то другому. Туризм — это то, где не нужны вложения. Нужны ваши экспертные знания, которым мы учим и которым мы даем и помогаем в дальнейшем. И все, никакие вложения денежные здесь не нужны вообще. Кому еще подойдет? Подойдет студентам, то есть те, кто учится на дневном или на вечернем, да, и у которых постоянно нету постоянного графика, потому что я тоже училась. И училась на дневном, и помню, как тяжело учиться и работать в офлайне. А я работала в офлайне для того, чтобы и экзамен сдать, и сессию, да, то здесь, опять же, можно все это совмещать удаленно. Студентам подойдет, опять же, много друзей и знакомых студентов, которые тоже хотят отдыхать, путешествовать. Да, может быть, у студентов средний чек будет поменьше, но студенты растут, люди растут, становятся старше, начинают хорошо зарабатывать, и это такой огромный для вас потенциал.
Кому еще подойдет? Подойдет тем, кто хочет уйти из найма, да, кто хочет поменять профессию, кто понимает, что на своей работе он выгорел, кто понимает, что ему не нравится, что он не видит для себя дальнейшего развития, да, что он устал от этого и хочет чего-то другого. Это тоже для вас. Но опять же, как я говорила выше, не стоит сразу увольняться, стоит зайти, стать travel-экспертом, продать себя, скажем так, как travel-эксперта для своих сотрудников, с кем вы работаете, и уже в дальнейшем, когда вы понимаете, что вы готовы полностью, тогда можно увольняться, да, и готовы в смысле не знания, а когда вы понимаете, что вы готовы морально, да, уволиться, что у вас есть уже плюс-минус какая-то стабильность, стабильный заработок, и вам нравится туризм, и вы готовы там развиваться, в дальнейшем посвятить большее количество времени этому, тогда можно увольняться. Кому еще подойдет? Подойдет тем, кто хочет, знаете, такой свободы, кто не хочет привязывать себя к определенному месту жительства или к определенному офису, кто хочет жить, путешествовать, наслаждаться жизнью. Это для вас. Вы можете работать из любой точки мира, из любого города, из любого там офиса, коворкинга, дивана и так далее, да, то есть это тоже для вас. В общем, я могу сказать, что работа онлайн-тревел-эксперта подойдет абсолютно каждому, абсолютно каждому. Теперь хочу немножко поделиться про наше обучение онлайн-тревел-эксперта. Оно проходит на протяжении 8 недель. Уроки идут в записи, они очень в удобном формате, где-то от там, 10-15, там, максимум 30 минут, то есть очень удобно смотреть, занимает немного времени. На данный момент у нас где-то порядка 70 плюс уроков, и они каждый раз пополняются. Вот сейчас у меня уже есть мысли, как и что добавить, то есть наш курс все время обновляется и улучшается. Также на курсе у нас есть практические задания, то есть домашние задания, не только на повторение материала, но и есть практика. Это очень важно, чтобы не просто получить информацию, а еще и закрепить ее в виде практики. Также у нас есть зумы с экспертами из разных стран и смежными сферами в туризме, которые тоже необходимы. У нас есть чат поддержки и общения. У нас есть библиотека знаний «Семь чудес света», где огромное количество информации мы собрали за наше время работы, которое тоже все время добавляется и пополняется. Есть еженедельные поддерживающие онлайн-встречи, где мы разбираем ваши вопросы, ваши сложности, какие-то ответы на вопросы, домашку. То есть вот каждую неделю мы с вами на связи. Также вы получите, знаете, такое окружение людей, у нас будет окружение людей, которые любят путешествовать, которые хотят развиваться, которые готовы вас поддерживать, то есть те люди, которые с вами на одной волне, и именно это окружение никогда не скажет вам плохого слова или не скажет, что у тебя что-то не получилось, наоборот, все заряжены на то, чтобы помогать друг другу, на то, чтобы у вас получилось, на то, чтобы вы добились тех результатов, которые вы хотите. Что у нас еще есть? У нас есть сервисы для работы удаленно, как я сказала, да, которые позволяют работать с ноутбука или даже с телефона. Эти сервисы в нашей компании давно, и вообще в нашей компании тренд, и мы всегда ставили для себя основной задачей внедрять что-то новое, да, цифровизацию, автоматизацию, для того, чтобы упрощать и улучшать работу. И на данный момент мы сейчас тоже занимаемся тем, все вы знаете, что появился искусственный интеллект, и мы очень активно начинаем уже его использовать и внедрять в нашу работу, и на нашем обучении вы тоже получите инструменты работы с искусственным интеллектом, и мы вас научим с ним работать. И он на самом деле помогает, упрощает работать в туризме и работать с клиентами. Также у нас будет продающий контент для привлечения клиента. То есть у нас все собрано уже, все сформировано. Вам не нужно создавать какой-то контент самостоятельно. Просто вы берете
и выкладываете в свои соцсети. Хотите что-то поменять, и хотите не меняйте, просто берите готовое и выкладывайте. То есть думать по поводу контента, как привлечь людей, вам вообще не нужно. У нас это все уже собрано, и это тоже каждый раз пополняется новым контентом под какие-то определенные даты, под Новый год, 8 марта. Все у нас уже подготовлено, и все это делается. Также у нас есть поддержка кураторов 24/7. Все, что касается клиентов, бронирование, вопросов клиентов, еще чего-то, да. То есть здесь у нас есть профессиональные кураторы, которые с вами по этим вопросам 24/7. После обучения вы получите, знаете, во-первых, это расширенный кругозор по миру и по знаниям вообще о туризме. То есть вы увидите, насколько наш мир большой, прекрасный, замечательный, удивительный. То есть ваш кругозор в этом плане расширится максимально. Вы научитесь находить самые выгодные предложения по турам для себя и для клиентов ваших. Вы научитесь профессионально и быстро подбирать выгодные предложения, туры с помощью только телефона. Научитесь давать продающие подборки, научитесь это делать, и мы покажем, как это делать. Научитесь получать запросы на туры от своего окружения и работать со своим окружением, да. У нас будет несколько уроков по нетворкингу, как правильно это делать, как это делать максимально экологично. И также, так как у нас за 18 лет огромная база, мы тоже даем своих клиентов. Вы научитесь зарабатывать больше, чем другие турагентства, на доп. Услугах. Знаете, только не думайте, не втюхивая, а нативно, с такой заботой. То есть мы знаем, как повысить чек, ваш чек, и на доп. Услугах заработать так, чтобы клиент был доволен, чтобы клиент после такого сервиса приходил к вам снова и снова, и чтобы он приводил к вам своих друзей. Вы научитесь превышать ожидания клиентов, и ваши клиенты, ваши туристы будут ездить только с вами и будут вас рекомендовать. Вы научитесь вести социальные сети. Мы дадим вам прямые контакты отелей. У вас будут чаты с искусственным интеллектом. Вы прокачаете свой личный бренд, а это на самом деле сейчас тренд, и этому просто нужно максимально быстро учиться и это делать и внедрять в свою жизнь. Вы сможете путешествовать чаще, а возможно и даже бесплатно. Научитесь экономить на своих путешествиях, получите дополнительный заработок без вложений. И наше обучение подходит абсолютно всем, как я сказала, выше. Вы можете сами выбирать, сколько вам работать, где вам работать. Вы можете совмещать, можете работать 2-3 часа в день, а можете работать больше. Самое приятное здесь, что можно работать из любой точки мира, абсолютно из любой точки мира. И это очень круто. Теперь давайте поговорим о том, сколько можно заработать на профессии онлайн-тревел-эксперта. Посчитайте, сколько у вас контактов в вашей телефонной книжке. Теперь посчитайте, сколько у вас подписчиков в Инстаграм, ВКонтакте, ну там еще где-нибудь на Ютубе, если вы ведете какие-то другие социальные сети. Теперь сложите их, чтобы получилась общая цифра. И по статистике в нашей стране путешествуют 30% россиян. Это примерно каждый третий, который путешествует. Так вот, в вашей сумме ваших контактов, теперь разделите ее на 3, то есть каждый третий — это ваш потенциальный клиент. У нас с вами будут партнерские условия, то есть не вы приходите к нам на работу, а мы партнеры. И как партнеры мы будем с вами работать 50/50. 50% получаете с комиссии вы, 50 получаем мы. Со своих 50% мы будем платить аренду, мы будем платить рекламу, юридические услуги, налоги, бухгалтерия и так далее, так далее. Ваши 50% вы получаете уже без вычетов. На обучение, пока вы без опыта,
вам будут помогать наши кураторы, как я и сказала, да, помогать бронировать, пока вы это делать самостоятельно не умеете. Будут контролировать каждый ваш шаг. То есть не переживайте, что вы где-то сделаете ошибку. Вы всегда сможете обратиться к куратору, и он вам с удовольствием поможет на каждом этапе. Бронирование, общение с клиентами, выбор отеля, еще что-то. То есть по любому вопросу можете обращаться к куратору, и он вам будет в этом помогать. Поэтому на момент обучения, пока вы проходите обучение, ваш процент будет составлять 30. 20 будет получать куратор, потому что здесь, естественно, каждый труд должен быть оплачен, да, это, то есть он куратор просто так, у него тоже должна быть мотивация. Поэтому на момент обучения вы получаете 30%, и вам куратор максимально во всем помогает. После обучения и тестирования, когда вы научитесь и будете уверены уже в себе, ваша комиссия здесь, ваш заработок составит 50%. Ну, теперь давайте посчитаем, да, то есть если средний чек по туру составляет 200 тысяч рублей, 10% средняя комиссия, это получается прибыль 20 тысяч рублей. 50% с этого тура ваши, то есть получается 10 тысяч рублей вы получите, это будет ваша прибыль. 200 тысяч, это я вам назвала такой средний чек, но на самом деле туры есть и по 300, и по 500, и за миллион, да, и вот там самый дорогой тур мы отправляли, это было на Мальдивы, за 12 миллионов рублей. То есть здесь, если посчитать комиссию, 10%, да, то она составляет 1 200 000, 50% ваших, это 600 тысяч. То есть это очень приличная сумма, и можно зарабатывать на туризме очень хорошие деньги. Наша цель на курсе и моя цель на курсе, это чтобы вы стали зарабатывать уже на курсе, то есть в момент обучения, чтобы вы уже начали зарабатывать и смогли уже окупить свое обучение, а может быть даже и заработать на этом. И мы, естественно, вам в этом максимально будем помогать. Вот прям еще раз хочу сделать акцент, максимальная помощь на каждом этапе. Курс построен так, чтобы вы не только получили знания, но и получили опыт и навыки, да, и домашнее задание у нас как раз построено так, чтобы вы закрепляли эти знания и получали новые навыки, получали опыт. Могу сказать, что у вас точно все получится. У меня получилось, а мне никто не помогал, а у вас точно все получится, потому что мы вам будем помогать. И я не какой-то одаренный ребенок, да, я могу сказать, что если у меня получилось, то у вас тоже все получится. Здесь нет ничего сложного, особенно тогда, когда вам помогают, поддерживают, ведут вас за руку. На первом потоке я тоже буду во всех чатах и буду лично с вами, буду лично помогать и курировать. Но и это еще не все. После окончания обучения вы получите сертификат, пройдете тестирование и попадете в нашу команду. Наше обучение не имеет сроков, как у других курсов. То есть наше обучение с вами будет продолжаться, и после 8 недель оно не закончится, оно продолжится. То есть это будет не только, знаете, вот как вы взяли книжку, прочитали, закрыли, отложили. Нет, я бы сказала, что наше обучение 8 недель – это такое только начало, оглавление. И дальше в этой книжке будет огромное количество страниц. Каждую неделю мы будем встречаться с вами в Zoom для обсуждения разных вопросов, разбора ситуации, для новостей, встречи с экспертами по разным странам там, и другим смежным сферам. У вас вы сможете посещать разные мероприятия, бизнес-завтраки, вечерние мероприятия от туроператоров, там, от топовых отелей. То есть ваша жизнь здесь полностью поменяется. Те, кто приходит в туризм, как правило, из туризма уже не уходят, потому что влюбляются в него раз и навсегда. И туризм дает ощущение счастья, радости, удовольствия от жизни, потому что вы сами путешествуете больше, потому что вы дарите людям эти позитивные эмоции, люди возвращаются после отпуска, благодарят вас и дарят эти эмоции вам, а на самом деле вот эти эмоции, которые... Обратная связь, которая приходит от клиентов и ваших туристов, это дороже денег, я бы так сказала. Это тот такой, знаете, наркотик, с которого потом не слезть. Тебе хочется людям дарить это ощущение радости и счастья в их жизни.
Поэтому наш курс для вас это только начало. Ну и здесь я могу сказать, что это тоже еще не все. Что же будет еще? Лучший ученик на нашем курсе поедет в бесплатный рекламный тур. Это вообще очень круто. Здесь, наверное, возникает вопрос, как попасть в нашу команду. Сразу скажу, в нашу команду мы возьмем не всех. Так как у нас не просто обучение, а мы набираем людей в нашу команду, в нашу компанию, я бы сказала, в нашу семью, то мы будем брать людей, схожих с нашими ценностями, людей, схожих с нашими взглядами, людей, схожих, которые находятся с нами на одной волне. Поэтому на обучение попадут только те, кто пройдет собеседование. Собеседование буду проводить лично я. Оно займет где-то примерно там, 15-30 минут. И мне на самом деле будет очень приятно с каждым из вас познакомиться и пообщаться. На этом я могу сказать, что наше видео завершено. Я вам рассказала максимально, что могла. Любые вопросы, которые у вас есть, вы, если хотите, можете задать мне на собеседовании. Поэтому увидимся на собеседовании. Под этим видео мы закрепим анкетку на собеседование. Вы можете ее заполнить, и мы с вами свяжемся и назначим день нашей встречи на собеседовании. Итак, увидимся на собеседовании. Буду рада с каждым познакомиться, пообщаться. Пока-пока.